Мария Ивлева признавалась, что предательство Константина никто из членов семьи не ожидал. Он вообще сейчас ведет себя не по-мужски, прячет деньги и хочет забрать дочку Машу. «Я подала на алименты, и мы будем составлять иск вместе с адвокатом», – жаловалась женщина. Ее откровенные искренние слова запали в души многим женщинам. До сих пор Ивлева получает от незнакомых десятки сообщений с пожеланиями не опускать руки. Впрочем, если посмотреть на личную страницу Маши в социальной сети, она вовсе не унывает. Еще активнее занялась спортом, воспитывает детей, развивает кулинарный блог. А знаменитым экс-мужа напоминает лишь ее никнейм – Мария Ивлева 1978. Мария уже говорила подписчикам, что готова к новым серьезным отношениям, и даже намекала на то, что не обделена вниманием мужчин. Например, публиковала фото роскошных букетов с довольно интригующей подписью «Мои любимые весенние сочные хрустящие тюльпаны». «Спасибо тому, кто мне их дарит». По словам Ивлевой, ей пришлось проделать большую работу над собой, чтобы забыть об измене. «Делайте неважно что, просто делайте», – советует она другим женщинам, находящимся в подобной ситуации. «Осуществляйте задуманное хоть маленькими шажочками. Человек сам себе лучший психолог. Я точно уверена в этом». Она также отметила, что жалеет о свадьбе с Константином и отказала другому претенденту на руку и сердце. «Надо было прислушаться к словам мамы, в 1998 году вздыхает сейчас Мария».